Thank you.
нравится что-нибудь? Мне лично нравится красный. Пурпурные поднимают настроение. Хотя тут все отличные. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Смесь не совсем проработана. Кстати, я доктор Эрнхард. Ну, с утра вроде был. Да, я Джейсон. Дэнни сказал, вы можете помочь, и что у вас мой друг. Один из друзей? Попозже зайди. Я еще не варил. Кто? А, так ты про девушку, Дейзи. О, это Дейзи. Я-то думал, ты просто шифруешься. Где она? В моем же доме, сэр. Здесь. Жар. Да, конечно. Когда я ее нашел, у нее был порез на руке. Это само по себе еще не страшно. Но она прошла через заросли Антиарис токсикария. Деревья упас. У них ядовитый сок. Я ввожу ей противоядие каждый час. Каждый час. Боюсь, скоро понадобится очередная доза. Я только что смотрел в коробке. Там пусто. Где можно найти еще? Ты нам пару пещерных грибов принеси, и все будет хорошо. Поищи на утесах. На западе. Спасибо, доктор. Мы не хотели мешать. Да ничего. Главное для нас обоих... чтобы девочка выжила. Это не западные утесы. Thank you.
Гадость. Класс. Он не сказал, что пещера под водой. Надеюсь, доктор спятил не до конца. Прыжок веры. Мне лично нравятся красные. Ты проснулся. Впрочем, не полностью. Джунгли говорят через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Звонили со студии, мне дали роль. А что с остатком отпуска? Я думала, мы сможем поговорить серьезно. Лиза, мы в Бангкоке вместе, и ты изумительно красива. Мне что, разделить вас как друзей? Я же обещал отцу, что пригляжу за вами. Райли, твой младший брат. Будь взрослей. Эй, Джей, ты придешь отменить мою лицензию пилота, да? Прости, я брат. Эрнхард? Привет. Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь. Грант? Грибы. Вот они. И долго там был?
О, Джейсон, какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да. Я же их съел. Я принес грибы. Прекрасно. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Последи пока за ней. Это доктор Торчок. А он не опасен. Даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Дейзи. Нет. Мне очень жаль. Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Иди. Джейсон, тот, кто это сделал, тот, кто убил Гранта, не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Право не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут тут. Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор, дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнеса, как я могу тебе отказать? Конечно, пусть ведет. О, теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. О. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных.